Всем огромный привет! Вы на канале о вышивке и с вами Юлия Исайкина. В сегодняшнем видео я расскажу вам о доме ужасов Эда Гейна и по традиции попрошу убрать детей от экранов. Имя Эда Гейна стало легендой. Тихий и застенчивый фермер из Висконсина потряс мир серией жестоких садистских преступлений. Одержимый убийством, терзаемый внутренними демонами, Гейн многие годы наводил ужас на жителей Плейнфилда и окрестностей. Собранная им чудовищная коллекция трофеев повергла в шок даже видавших виды полицейских. Эдвард Теодор Гейн родился 27 августа 1906 года в Висконсине. Эдди был вторым сыном в семье. Мать Гейна Августа была фанатично религиозной женщиной, абсолютно уверенной в своей непогрешимости и природной греховности остальных женщин на свете. Ее ежедневные речи о греховности сексуального и о связи мира плотского и гиены огненной надолго отбили охоту у маленького Эдди к противоположному полу. Одновременно с этим формируя у ребенка ощущение божественности матери. Отец Гейна был алкоголиком. У него не хватало сил противостоять своей энергичной жене, которая в отношении мужа не чуралась применения грубой силы. Забота о пропитании в семье полностью лежала на Августе, что придавало ей дополнительную уверенность в своей непогрешимости. 1914 год. Семья Гейнов перебирается в маленький городок Плейнфилд, которому суждено вскоре получить мировую известность в связи с новыми жителями. Фанатично религиозная Августа постоянно читала Эду и его брату Библию и убеждала детей, что весь мир погряз в грехе и разврате, все женщины, кроме нее, шлюхи. Когда Гейну было 10 лет, он испытал оргазм, глядя на то, как его мать и отец зарезали свинью. Однажды Августа увидела, что он мастурбирует, и в наказании ошпарила его кипятком. В новом городе Августа предпринимала дополнительные усилия, чтобы обезопасить детей от мерзости окружающего мира. Так она была однозначно против общения Эдди с соседскими детьми, а ферма Гейнов была удалена от ближайших соседей на полкилометра. Конечно, она была вынуждена отдать ребенка в школу, но каждый день по приходу сына домой она подвергала трактовке все, чему научили ее сына в школе. Обделенный общением со сверстниками, Эд погрузился в мир приключенческих романов о нацистах, охотниках за головами и людоедах. Дополнительным обстоятельством ухода ребенка в выдуманный мир были постоянные предсказания матери о том, что детей ждет судьба алкоголика отца, что выработало у ребенка установку на пожизненное нахождение под опекой матери, которая была способна оградить Эда от столь печальной судьбы. Отец Гейна Джордж умер в 1940 году от пневмонии. Наверное, ему было легко уйти из нашего мира. Годы, проведенные с Августой, заметно расшатали его здоровье. Братья остались на попечении матери, и вскоре Эд еще сильнее попал под ее ужасное влияние. Генри же, напротив, пытался отдалиться от семьи и жить нормальной жизнью. Впрочем, за свое непослушание он заплатил страшную цену. В 1944 году он был обнаружен мертвым во владениях Гейнов. Официальная версия гласила, что у Генри был сердечный приступ, однако она никак не объясняла странных ран на голове юноши. Эд остался с матерью один на один. Годом позже ее хватил удар, и Августа оказалась прикованной к постели. Эд ухаживал за ней круглыми сутками. Но матери этого внимания было недостаточно. Она постоянно кричала на сына, называя его слабаком и неудачником.
И все же он не смог бы выжить без нее, чем Августа все время злоупотребляла. Время от времени она позволяла ему лежать в постели вместе с собой в течение ночи. Эд же без конца молил мать не умирать и не оставлять его одного в этом мире. Августа представилась в декабре 1945 года после второго еще более сильного удара. 39-летний Эд остался один. И именно тогда и началось его медленное падение в черную бездну безумия. Поначалу никто не замечал происходящего. Даже в таком крошечном городке, как Пленфилд, Эд был очень замкнутым и редко покидал пределы фермы. Ведя затворнический образ жизни, он приезжал в город лишь тогда, когда ему требовались услуги механика или хотелось пропустить пинту пива в закусочной Мэри Хоган. Никто, казалось, не замечал, что он стал более странным, чем прежде. До смерти матери для горожан он всегда был странным маленьким человечком, нуждавшимся в ванной. Оставшись в одиночестве, Гейн возвращается к своему юношескому хобби – чтению приключенческих романов. Дополнительная сфера интереса у Гейна в этот период – изучение книг по анатомии. Также он увлекается чтением местной прессы, особенно раздела, в котором публикуют некрологи. Оглядываясь назад, можно заметить, что свои странности он дал обнаружить по собственной неосторожности. Позже горожане вспоминали, как Гейн любил обсуждать истории о нацистских злодеяниях, туземцах-людоедах и операциях по смене пола, которые вычитывал в мужских журналах. Его шутки всегда считались довольно грубыми и даже жестокими. Когда Мэри Хоган, полная владелица закусочной, внезапно исчезла, Гейн неоднократно шутил, что она остановилась погостить в его доме. Мэри пропала из мотеля, оставив после себя лишь лужи крови, поэтому шутки Эда о бедной женщине всем казались безвкусными. Даже истории о странностях, творившихся на его ферме, никого не беспокоили. Местные дети, заглянувшие в окна дома Гейна, рассказывали об увиденных человеческих головах, развешанных по стенам. Эдвард лишь смеялся и говорил, что его брат служил во время войны где-то в южных морях и прислал ему эти головы в подарок. «Старина Эд Гейн не обидит и мухи», — думали горожане. «Это же просто странный человечек, даже в невыносящий вида крови. Он даже никогда не участвовал в традиционной охоте на оленей», — так считал каждый в Пленфилде до тех пор, пока не исчезла Бернис Уорден. Она пропала 16 ноября 1957 года. После полудня Фрэнк Уорден вернулся с охоты и остановился у магазина техники, которым заведовала его мать, 58-летняя вдова Бернис. Странно, что его матери не было на месте. Она оставила рабочее место, оставив незапертыми входную и заднюю двери. Фрэнк обнаружил еще кое-что, что его ужасно напугало. Кровавый след, тянущийся от витрины до черного хода. Быстро осмотрев помещение, Фрэнк нашел смятую квитанцию на полгаллона антифриза, валявшуюся на заднем дворе. Квитанция была на имя Эдварда Гейна. Фрэнк вызвал полицию и отправился вместе с шерифом на ферму Гейна, чтобы задать тому несколько вопросов, касавшихся местонахождения мисс Уорден. По прибытии на место их ждала страшная находка на летней террасе позади дома. Обнаженное тело Бернис висело вниз головой на огромном шкиве, распотрошенная тем способом, которым разделывают оленей. Шокированные полицейские вызвали подкрепление. Полчаса спустя уже дюжина полисменов прочесывала жилище Гейна, прославившееся позже как «Дом ужасов». То, что им удалось обнаружить той ночью, не имело аналогов в истории американской криминологии.
Суповые кастрюли были выполнены из человеческих черепов. Стулья были обиты человеческой кожей. Абажуры ламп были сделаны из плоти и источали жуткий гнилой запах. Одна из коробок, стоявших в углу, была доверху заполнена отрезанными носами. Пояс был оформлен женскими сосками. Покрывало украшали женские губы. В коробке из обуви под кроватью хранилось несколько засушенных женских гениталий. Лица 9 женщин, бережно обработанные и сделанные в виде чучел, висели на одной из стен. Там же находились кожаный браслет, барабан, выполненный из плоти, и многое другое. Рубашка с грудями была сшита из кожи загорелой женщины средних лет. Позже Гейн признавался, что часто надевал эту рубашку по ночам, представляя себя собственной матерью. Но и это было не все. Холодильник был доверху забит человеческими органами, а в одной из кастрюль было найдено сердце. По оценке шерифа, останки принадлежали примерно 15 женщинам, а возможно и большему их количеству. Около 4:30 утра, после нескольких часов обыска, полицейские обнаружили окровавленный мешок. Внутри находилась недавно отрезанная голова. В уши были воткнуты большие гвозди, соединенные между собой бечевкой. Голова принадлежала Бернис Уорден. Гейн планировал украсить ею одну стен своего жуткого логова. В течение многочасового допроса Гейн сознался в убийстве 2 женщин – Бернис Уорден и Мэри Хоган. Впрочем, в убийстве Хоган Гейн сознался лишь несколько месяцев спустя. Остальные кошмарные улики, обнаруженные на ферме, он якобы собирал на местном кладбище в течение 12 лет после смерти матери. Грабя могилы по ночам, он собирал свою страшную коллекцию с помощью слабоумного фермера Гасса, чьей задачей было откапывание тел. Однажды Гасс на свою беду зашел домой к Гейну. Тот как раз нуждался в свежих трофеях и решился на первое убийство. Спустя несколько месяцев после ареста Гейна местные мальчишки осмелели настолько, что уже швырялись камнями в окна дома ужасов. Горожане считали ферму символом зла и разврата и избегали его любой ценой. В конечном счете власти приняли решение продать имение с аукциона. Люди протестовали, но ничего не могли с этим поделать. Во всяком случае, так поначалу казалось. Ночью 20 марта 1958 года дом Гейна загадочным образом сгорел дотла. Поговаривали, что это был поджог, но виновные так и не были найдены. Когда Гейн, заключенный в тюрьму при Центральной государственной больнице, узнал о происшествии, он произнес всего 3 слова: «Так и надо». По мнению жителей Пленфилда, пожар уберег их городок от участи стать памятником безумию Эда Гейна. Однако он не остановил поток любопытствующих, желающих поучаствовать в распродаже уцелевшего имущества. Было продано огромное количество проржавевших машин, а сам участок Гейнов приобрел торговец недвижимостью Эдмин Ши. В течение месяца он уничтожил пепелище и близлежащий подлесок из 60 тысяч деревьев. Единственный необычный инцидент аукциона был связан с продажей автомобиля Эда Гейна, на котором он ездил в день убийства, Бернис Уорден. За этот лот сражались 14 человек. И в конце концов Форд ушел за неслыханную по тем временам сумму в $760. Покупатель предпочел остаться в неизвестности. Некоторые идентифицировали его как братья Куч, некоторые как братья Кук, а некоторые как братья Кук из Ротшильда, штат Висконсин. Похоже, покупатель был устроителем ярмарки в Сеймуре, что впоследствии доказало появление Форда
качестве аттракциона под названием «Автомобиль упыря Эда Гейна». Огромный плакат, красовавшийся рядом с седаном, гласил: «Посмотрите на автомобиль, перевозивший мертвых из могил. Автомобиль преступника Эда Гейна. Награда $1000 тому, кто докажет обратное». Более 2000 человек заплатили 25 центов за то, чтобы увидеть машину в первые два дня показа. Спекуляция на дурной славе Пленфилда была встречена горожанами с неодобрением. Впрочем, у строителей ярмарки это не слишком волновало, и они продолжали аттракцион. Вскоре демонстрация автомобиля стала притягивать неприятности. На Вашингтонской ярмарке в Слингере, штат Висконсин, машина демонстрировалась в течение 4 часов, после чего на место прибыл шериф и закрыл аттракцион. После этого власти Висконсина запретили показ автомобиля, и оскорбленные дельцы отправились на юг Иллинойса в надежде на понимание. Дальнейшая судьба автомобиля неизвестна. Однако слухи о Гейне не закончились с его арестом. В 2002 году человек по имени Джон Фишер обнародовал воспоминания о своих встречах с маньяком. В период с 59 по 60-е годы он работал в Висконсинской государственной лаборатории криминологии под руководством Чарльза Уилсона. Первый раз Джон увидел Гейна, придя в лабораторию и повстречавшись с несколькими помощниками шерифа, стоящих вокруг невысокого человека, которого Джон не знал. Фишер спросил директора лаборатории об этом человеке и получил ответ, что это и был Эд Гейн. Он был доставлен в лабораторию и подключен к полиграфическому механизму, с помощью которого полицейские пытались заставить признаться Гейна в убийстве Мэри Хоган. Наследники женщины хотели уладить дела с ее состоянием, но не могли этого сделать до тех пор, пока она числилась пропавших без вести. Фишер признался директору, что когда вошел в лабораторию, Гейн поднял взгляд на него и подмигнул. Директор знал, что Фишер собирается перебраться в Вашингтон для работы в полиции, и пошутил: «Думаю, Гейн любит вас. Как вы думаете, Вашингтон достаточно далеко?» В воспоминаниях Джон говорил, что улики, собранные в доме смерти, хранились в лаборатории в специальном помещении. Поскольку все они состояли из различных частей тел, то в комнате постоянно поддерживалась низкая температура и горел красный свет. В июне 1960 года руководство лаборатории хотело сжечь улики за ненадобностью, но не смогло этого сделать. Постановлением суда было признано, что поскольку жертвы являлись католиками, то их останки должны быть преданы земле. Захоронение поставило последнюю точку в заключительной главе этой страшной истории. В 1984 году Эд Гейн умер, став легендой, даже несмотря на то, что большую часть жизни провел за решеткой. Он умер 26 июля и был похоронен на городском кладбище Пленфилда.